Добрый день, вы на канале 18 соток. И сегодня я буду высевать мицелий вишенки на пеньки. Вот у меня пеньки подготовлены, замочены. Вот они неделю лежали в воде. Вот такие вот, разные толщины. Вот еще. Это абрикос. Вот в них я и буду заселять мицелий. Вот я подготовил участок под будущие пеньки, под грибницы. Вот, просеяна земля здесь. Здесь раньше была засыпана все щебнем, 15 сантиметров крупным. Так что пришлось полностью просеять им через ящик. Пришлось сеять, убрать отдельно щебенку. И сейчас будем засыпать все землей. Глубина этой канавы где-то сантиметров, наверное, 10-15. И по надстеночке я поставлю 5 столбов и 4 впереди. Потом здесь сделаю небольшую импровизированную крышу. Ну, здесь постоянно тень, солнца здесь никогда не бывает. Здесь вот абрикоса. И вот под этой абрикосой и находится этот вот участочек. Как раз возле сарая. Вот у меня подготовлены бревнышки. Вот такие вот. Они неделю у меня пробыли в воде, замоченные. Даже аж потемнел. И самые срезы потемнели. Диаметр таких вот пеньков должен быть 15-20 сантиметров. Ну, как бы мне выбирать нечего, так что взял то, что есть. Вот, их здесь 10 штук. Вот мицелий. Это зерновой мицелий, вишенки. На таких вот антильках, запаянные. Это я покупал в Харькове, в лаборатории по выращиванию мицелия. Вот видите, он полностью белый весь. Качество здесь наивысшее. Если посмотрите, заросший хорошо. Так, чтобы заразить бревно этим мицелием, придется делать отверстие. Некоторые делают отверстие, некоторые сразу ложат часть под пенек под сам. Ну, это, конечно, оно будет дольше заражаться. Желательно, чтобы древесина была с корой. Если не будет коры, влага будет испаряться. Соответственно, мицелий не будет разрастаться. Я буду вносить мицелий в древесину вот с помощью вот такого вот сверла на 20. Это перовое сверло по дереву. И буду заглублять вот эти вот бревнышки где-то сантиметров, наверное, на 15, на 15-20. Отверстие надо сверлить, если будете закапывать вот на такую вот глубину. Отверстие надо делать выше, где-то вот здесь. Либо на уровне, главное, чтобы они не были под землей. И все. И вы можете делать как в шахматном порядке. Одно отверстие здесь, здесь, здесь. И также можно делать и несколько отверстий вверху. Просверлены с таким учетом, чтобы когда будет появляться вешенка, гроздь вешенки, главное, чтобы она не мешала друг другу. То некоторые сверлят и здесь, и потом это растет, это мешает, и в общем, вот одно отверстие, вот второе, вот третье, как бы каждая гроздь будет расти отдельно. Если посмотреть, вот, и одно отверстие я сделал сверху. Глубина отверстия где-то около 5 сантиметров. 5-4 сантиметра. Я закончил уже делать отверстия на всех пеньках.
Он взял мицелии, раскрошил их, пахнет грибами. Теперь будем наполнять мицелием отверстие. Надо набивать с таким учетом, чтобы еще осталось место для пробки, с помощью которой мы будем закрывать это все. И берем палочкой. Главное, не сильно, не надо там с фанатизмом давить. Вот немножко. Вот, заполнили. Слегка. Вот так. Теперь у меня вот есть слива. Я нарезал таких вот чопиков со сливы. Это они как раз тугенько заходят туда. Берем. И ножовочкой отрезаем. Вот так. Попробуем как-то одной рукой, чтобы отрезать. Ай. И снимать, и резать. Все сыпется, все рушится. Фу, не, одной рукой ничего не сделаешь. Вот так. Так, так. Так, так, так. Так. Так, вот наш чопик. Вот мы его забили. Все, влага туда не попадает, ничего не попадает. И что, можно еще слянца добить. Вот. И точно так же мы будем заполнять сейчас все отверстия. И будем чопиками. Главное, чтобы чопик заходил очень плотно. Вот, один пенечек уже готов. Пробочки забиты плотно. Они с сухого дерева. Когда древесина намокнет, пробка, соответственно, тоже намокнет. И хорошо будет все закрыто. И вот пробочка одна вверху. Небольшое расстояние. Все. Этот уже готово. Можно уже ставить его в ямку и прикапывать. Вот готовы все пеньки. Полностью все отверстия закрыты. Если будете использовать чопики, используйте обязательно только сухую древесину. Никогда не используйте свежесрезанные. Почему? Потому что пробка потом высохнет, вы поняли, и вывалится. И, соответственно, мицелий пропадет. Так, вот все поленья мои. И здесь 10 штук. Теперь только останется закопать их в землю. Вот канавка. Вот так я буду устанавливать пеньки. Вот у меня еще есть немножко мицелии. И я буду еще под сам пенек насыпать пригоршню где-то мицелии. Почему? Потому что я бываю на даче очень редко. А может получиться так, что поливать некому будет. Оно может все это дело мое пропасть. Так что мы делаем вот так вот. Вот. И все. И сверху ставим пенек. Так, раз. Сделаем чуть-чуть, пристукнем, чтобы оно прикасалось. Во, вот таким вот образом. И все. И будем сейчас устанавливать все пеньки в шахматном порядке. Вот я установил пеньки. Под каждый пенек насыпал мицелии. Все-таки решил не 10 пеньков, а 11. Как-то оно смотрится более симметрично. Теперь останется только засыпать землей. Вот. Я засыпал уже пеньки все. Теперь надо будет все их полить. Так как земля очень рыхлая и сухая. А мне надо, чтобы... Ой, комары кусаются. А мне надо,
чтобы пеньки потянули влагу, чтобы они не пересохли, чтобы мицелия не погибла. Сейчас мы все прольем, земля еще опустится вниз сантиметров на 5, потом я все это дело замульчирую, это сантиметров 10-15 может быть мульчи, и сверху все накрою полиэтиленовой пленкой и оставлю где-то на полтора месяца, полтора-два месяца под пленкой, для того чтобы влага не испарялась, чтобы мицелия начала разрастаться внутри древесины. Как только появится белый налет на пеньках, все можно уже будет снимать пленку и собирать урожай. Вот я закончил, полил, немного промульчировал и оставляем до появления белого налета на пнях. Тогда снимем пленку и я покажу вам свой первый урожай, расскажу супер классный рецепт маринованной вешенки. Так что подписывайтесь на канал, заходите и до встречи в следующей части. Всем пока!